Привет, привет всем любителям математики. На мне свитер, потому что у нас в Челябинске в субботу было минус 29. И задача: освободим x из-под знака корня, из-под знака радикала. Освобождение x. Возведем обе части в квадрат. Да, будет короткое видео, но оно нам нужно, потому что нам надо освободить x. 3 в квадрате 9. Семерочку переносим. 6 минус корень из x равно 9 минус 7 будет 2. Возводим обе части в квадрат. 6 минус корень из x равно 4. А теперь внимание, вот это вызывает огромные споры. Чтобы найти вычитаемое, надо из уменьшаемого вычесть разность. Корень из x в данном примере вычитаемое. Из уменьшаю, вычитаю разность. 6 минус 4 будет 2. Корень из x равен 2, отсюда x равен 4. И надо еще помнить, что каждое подкоренное выражение должно быть больше нуля. Поэтому мы просто сделаем проверку. Подставим корень вместо x 4, и у нас все получится. Освобождение x. Свободу x.